Полевчане по-прежнему продолжают собственноручно переводить свои средства на счета мошенников. Происходит это под разным предлогом. Зачастую схема уже давно известна. Звонит мошенник, представляется сотрудником банка, жертва сама предоставляет всю нужную преступнику информацию и переводит деньги на чужой счет. Все об этом уже слышали, но число подобного рода преступлений нисколько не снижается. В принципе, все знают, что вот эти звонки, допустим, о том, что пытаются кто-то там совершать какие-либо действия с вашими там карточками, там переводы каких-то денежных средств, все эти операции подозрительны. Все об этом все знают, но по необъяснимым причинам все равно попадаются, идут, переводят, берут кредиты, снимают деньги и переводят эти деньги. И вот проходит буквально несколько минут, они начинают понимать о том, что их обманули. Вот понимаете, вот это, ну, это никто это объяснить не может, и почему так происходит. Но тем не менее, что есть, что имеем, то имеем. Люди знают, но продолжают попадаться на эту схему. Причем суммы ущерба более чем внушительные, порой сотни тысяч. В Полевском есть случай, когда пенсионерка сняла со своего счета более 1 миллиона рублей. И даже сотрудники банка не смогли убедить ее в том, что это мошенничество. Эта женщина в банке закрыла свой счет накопительный на 1 000 000 рублей. При этом с ней работал банковский работник. Убеждая о том, что это делать не нужно, куда вы хотите далее направить свои деньги, на что она сказала, что я эти деньги направляю своей племяннице, потому что ей так сказали в телефонном разговоре неизвестный мужчина о том, что с банковским работником не нужно советоваться и говорить ему, куда вы направляете денежные средства, потому что в банке работают все мошенники, а мы честные люди. Все, то, что она и сделала, сняла 1 000 000, закрыла свой счет и эти деньги тут же перевела на счета. Только за текущие 4 месяца было совершено 37 IT-преступлений, что на одно преступление больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12 краж и 25 мошеннических действий. Полицейские докладывают о том, что есть потерпевшие, которых обманывают уже не первый раз, но ничего не могут поделать. Тем не менее, есть довольно простые правила, соблюдая которые, можно сохранить свои деньги. Элементарное правило запомнить. Сотрудники банка вам никогда не позвонят и не скажут, что в отношении вас совершается мошенничество. Вас дистанционно счет заблокируют, если будет какая-то операция. И пришлют вам какое-либо уведомление для того, чтобы вы непосредственно сами со своими документами прибыли в банк, в отделение банка. То есть никто вам никогда не будет это делать. Запомните, никакие действия по телефону не совершайте. Всегда вас будут блокировать дистанционно. Даже вот сейчас большие суммы абсолютно законно переводятся, если банк считает, что это сомнительная какая-то операция. Они блокируют, вы предоставляете документы, вам счет разблокируют, ну, денежный перевод, денежную финансовую операцию. Поэтому убедительная просьба. Также много мошенничеств, Авито, ну, магазины эти, интернет-платформы. То же самое дистанционно, очень много мошенников на них находится. Дистанционно переводы денег, продают все, что угодно, мебель, щенков. Все, что угодно. То есть люди приобретают себе имущество, деньги, предоплату вносят, фактически ничего не получают взамен. Только убытки свои. Надо понимать, что никому нельзя сообщать данные своей карты и уж тем более переводить деньги на посторонний счет. Многие думают, что это касается только людей пенсионного возраста, но статистика говорит о том, что молодежь также часто становится жертвами мошенников. Поэтому развести могут любого. Люди берут кредиты, переводят злоумышленникам заемные средства, а потом платят эти кредиты много лет. Игорь Соколов, Алексей Карибанов, новости 11 канала.